Всем привет, с вами Владимир Корсунский, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга, чемпион России в категории пляжный бодибилдинг или мэнс физик, кому как удобно. Лично мне больше нравится мэнс физик. Мы с вами находимся в спортивном клубе Спортлайф на Хошимина 16. Клуб недавно открылся, располагает самым современным оборудованием. Для любителей поплавать имеется бассейн, для любителей попариться спа-зона. В общем, все удобства. У меня сегодня по плану тренировка Дельт. Я проработаю все три пучка в очень интенсивном режиме, режиме суперсетов. Итак, начнем. А начнем мы с пресса. Я сделаю суперсет вот в таком вот замечательном тренажере, проработаю вверх и сделаю подъем ног вися. Но сперва я разо мной сделаю один разминочный подход. Опа. Опаньки, сделаю. На 20 повторений обратите внимание, что движение делаю плавно и подконтрольно. Дальше сюда. И поработаем над верхом, тоже разминаем верх. Движение плавное и подконтрольное. Тоже 15-20 повторений. Ну а теперь приступаем к рабочим весам. Первый мой подход будет с отягощением. Для того, чтобы мышцы пресса были глубокими, нужны веса. Буду делать от 8 до 15 повторений. Также в режиме суперсетов. То есть сначала здесь и потом над верхом. Тоже с отягощением. Так, поехали. Опа. Выполняю упражнение вот таким вот образом, подконтрольно. Бежим под тренажер. Бежим, бежим, бежим. Добавляем вес. И выполняем движение подконтрольно. Таким вот образом я делаю 4 подхода от 8 до 15 повторений. Итак, я поработал над прессом и приступаю к основной тренировке, тренировке дельт. Обязательно разминаюсь, я делаю разминку. Разминаем кисти, обязательно локти. Все примерно на 20-30 повторений в одну и в другую сторону. Обязательно плечи разминаем. Шею. Далее беру гантельки, небольшой вес, и разминаю бицепс. Тоже примерно 20-30 повторений в хорошем темпе. Разогреваю свои мышцы, плечи. Также 20-30 повторений.
делаем махи. Ну и трицепс в конце. Точно так же 20 повторений на одну руку и 20 на другую. Итак, мое первое упражнение, мой первый суперсет – это жим машине Смита плюс махи сидя. Первый подход я делаю разминочный. У меня небольшой вес, где-то на 15 повторений. Опа. Принимаем удобное положение, устойчиво. Спина прижата. Хват. Руки я беру таким образом, чтобы в нижней точке, опа, мои предплечья были перпендикулярны полу. Вот так вот. Опускаю максимально низко, чтобы растянуть дельту. Поехали. Опа. И теперь махи. Вот таким вот образом. Корпус слегка вперед. Поехали. Плечи довожу, точнее локти довожу до уровня плеч. Мизинец смотрит вверх. Тоже 15 повторений. Отлично. И теперь 4 рабочих подхода. Делаем рабочий вес. Я буду делать 4 подхода, 4 суперсета по 8-12 повторений. Я использую пояс обязательно. Использую я его не для того, чтобы моя талия была узкой, а для того, чтобы элементарно не травмироваться. И пояс мне помогает настроиться на подход. Опять принимаем устойчивое положение. И четко работаем. Все движения выполняю плавно и подконтрольно. Не забывайте разворачивать верхние точки мизинец вверх. Отлично. Так вот. Итак, я приступаю к заключительному 4-му подходу. Мне уже очень тяжело, не поверите. Фу. Напоминаю, что я делаю от 8 до 12 повторений. Затягиваю пояс потуже и приступаю. Ну, как-то так. Итак, мое второе упражнение. Это жим в хаммере с акцентом на передний пучок плюс подъемы штанги. Ну, они называются подъемы штанги к подбородку, но я буду использовать широкий хват, дабы акцентировать всю нагрузку на плечах, а не на трапеции.
Итак, я сделаю пробный подход. Он пока не рабочий, он только пробный. На 15 повторений. Принимаю удобное положение. Примерно средний хват у меня. Локти я увожу слегка вперед и начинаю выжимать. И теперь тяга. Хват шире плеч. Я хочу максимально проработать свои плечи. Поехали. Локти я до конца не выпрямляю. Теперь можно вешать рабочий вес. Приступаю к рабочим подходам. Их будет 4. 4 подхода по 8-12 повторений. Фу. Начнем. Обратите внимание, что я не делаю никаких лишних движений. Я жму исключительно передним пучком. Никаких лишних движений. Все четко и плавно. Когда я поднимаю штангу, я ее веду максимально близко к туловищу. Не отвожу вперед. Четко движение вверх. Подконтрольное, опять же. Никаких рывков. Итак, я приступаю к заключительному 4-му подходу. Надеюсь, получится выжать на раз 8-10. Вообще, мой вам совет. Чтобы спрогрессировать, ищите зал, где есть хаммеры. Это замечательные тренажеры, которые помогут вам добиться хорошего результата. В спортивном клубе Sportlife представлена вся линейка хаммеров. Собственно, на ней я и вырос. На хаммерах. Поехали. Обязательно принимайте устойчивое положение. Пятки упираются в пол. Никаких лишних движений. Во время тренировки не забывайте пить воду, это очень важно. Я выпиваю за тренировку примерно 1-1,5 литра. Вот такими небольшими порциями по 100-150 миллилитров. А для тех, кто вообще хочет похудеть, обязательное условие выпивать в день минимум 2-3 литра воды. Вот так вот.
вкусно. Приступаем к заключительному упражнению, третьему. Мы будем работать на задний пучок дельта. В таком замечательном тренажере называется бабочка. И делать махи из-за спины. Суперсетом. Итак, первый подход у меня пробный. Я не считаю его как рабочий. Я настраиваю тренажер под себя. Ну, где-то, я думаю, так нормально будет. Локти я ни в коем случае не опускаю вниз. То есть вот это выполнение упражнения неправильное. Мы делаем вот так вот, плотненько сидим и поехали, отводим плечо назад. Ни в коем случае не заводите руки далеко, это не нужно, это лишнее движение. Мы работаем исключительно над задним пучком. Вот оно. Так, 15 повторений я сделал, и теперь махи из-за спины. Вот таким вот образом. Мизинец строго наверх смотрит. Так. А то я вешаю рабочий вес, приступаю к рабочим подходам, их будет 4. Опять же, от 8 до 12 повторений. Все движение выполняю подконтрольно. Работаю исключительно задним пучком. Я приступаю к заключительному четвертому подходу. Фу. Дотягиваем пояс потуже и приступаем. Вот это да! Фу, огонь! 12-12. Очень красиво получилось. Ну что, моя тренировка закончена. Я проработал мышцы пресса, полностью проработал дельты, все три пучка. Надеюсь, вам было интересно. И до новых встреч!